Всем привет! Сегодня мы представляем вам наш новый проект, в котором будем рассказывать вам о устройствах от Microsoft. В первую очередь о планшетных компьютерах Surface Pro, новых компьютерах Surface Go и ноутбуках Surface Book второго поколения. И в первую очередь мы ответим вам на самый популярный вопрос, который чаще всего задают. Есть ли русские буквы на клавиатуре Surface Pro? Сегодня мы покажем вам несколько клавиатур. Это клавиатуры для Surface Pro 2017 года, пятого поколения, с покрытием алькантарой, цвета бургунди, платинум и кобальт блю. Как вы можете видеть, на всех клавишах есть русские символы. Они отлично читаются, выглядят ничуть не хуже, чем английские, подсвечиваются в темноте и точно такие же долговечные. Если хотите узнать больше о новой технике Microsoft, подписывайтесь на наш новый канал и заходите на сайт surfacepro.ru.